так как-то. Вот как там ты смотришь сюда, и там ты смотрел. Да еще кто художник Бут рисовал. Он отрисовал эту картину, понимаете ли? И это, а мне надо было встретиться в Чебоксарах, в главном городе, я забыл, как вот там город называется. Прислал мне словцевую телеграмму мой бывший командир. Я не могу приехать. Вот я вам дословно говорю, как он написал. Ибо моя жена от перепития умерла, а я тоже забурился и сейчас пью, говорит, не могу приехать. Были там в Ленинграде, в Москве, в этом, по всех знакомых, и поехали в Чебоксары. И потом я приехал, и он дорисовывал эту картину. Дорисовал эту картину, вот, и со мной я ходил, наверное, недели еще две до этого. А он вот так вот, все это, на как художник, да, то квадраты, то еще что-то другое. Я говорю, Николай Яковлевич, а посмотреть можно, когда он нарисовал? Миша, вот все. Я там еще, когда поеду в Москву, я, говорит, еще там подлежу, говорит, ее. А потом сдам, говорит, это вот все. Ну и это вот на... Я говорю, посмотреть можно? Ну, что ты, не можешь на всех посмотреть? Ну, я так, вот так гля, и все. Как-то неудобно было. Ну и все. И потом он уехал, и там через две недели пришел на остановку, его сердце свертило, и он умер. Ну, если бы Николай Яковлевич был, будто он же сюда приезжал, я бы поговорил, он привез мне картину, то другое.